А вот и малыши-карандаши. Это фламулина, фламулина бархатисто-ножковая. Эти рыженькие маленькие грибочки. И они сейчас очень-очень мелкие. Очень мелкие для того, чтобы их собирать. Конечно, есть экземпляры и покрупнее. Вот с этой, например, стороны. Есть немножечко выше. Вот по самому стволу дерева, вот там вот выше-выше есть еще. И они уже более пригодны к сбору. Сорвем одну. Вот такие яркие, оранжевые, классные грибочки встречаются, в моем случае, на высоком лиственном дереве. Походу, ясень. Так вот, этот грибок, он зимний, он растет всю зиму. Ему все равно на этот снег и на эти заморозки. Он очень хорошо пахнет. Он сладкий на вкус. Называется правильно фламулина бархатистоножковая, она же зимний опенок, она же вот те китайские эноки, которые выращивают потом в длинных сосудах, вот они как золотые нити вытягиваются и вырастают, и никто даже не догадывается, что это один и тот же гриб, просто этот растет в дикой природе, а тот гриб выращивается искусственно. Фламулина бархатистоножковая. Я ее собираю, я ее сушу. Мы ее будем сушить вместе с аурикулярией уховидной сегодня. Рядом с фламулиной бархатисто-ножковой очень часто растут те самые иудины ушки, которые все так хотят найти, но почему-то не везде они встречаются. Буквально в паре метров от фламулины бархатисто-ножковой уже есть ушки. Вот они на дереве. Это у нас поваленный клен ясенелистный, еще его называют клен американский. И вот они, ушечки. Красивые, свежие, молодые. Иногда они, бывает, подсыхают, но это тоже как бы ничего страшного. Это тоже хороший гриб. Вот он, подпорченный. Вот видно по нему, что черные пятна прям по всему грибу. А этот подсохший хороший. Его можно размочить, а можно помыть и просто сразу подсушить еще немножко. И будут хорошо храниться. Вот такую вот аурикулярию уховидно я и буду сушить. Очень интересно вам показать, до какого размера уменьшится именно этот экземпляр. Он будет, ну, не знаю, вот так вот. Представляете? Вот так уменьшается этот гриб в сушеном виде. Оттого и вес уменьшается в 5 раз.
Теперь грибы нужно промыть хорошо, потом высушить и только потом сушить. Грязные вы же не высушите, правильно? Представляете, сколько на них мусора? Уже без жестких частей грибы выкладываем на сушку. Теперь их можно просто размочить. Вот просто берешь сухой гриб, размачиваешь, и он полностью готов. После высыхания фламулина уже не такая яркая. Теперь она сухая. И в таком варианте она будет очень хорошо храниться. Просто замечательно. Храню я в такой вот стеклянной баночке. Это очень хорошо и очень-очень удобно. Грибочки остаются сухие. Теперь перейдем к аурикулярии уховидной. Посмотрите только, какие получаются хрустящие корочки. Вот в таком виде этот гриб хранится просто замечательно. Также это делаю в стеклянной баночке. Таким образом гриб сохраняется, и с ним абсолютно ничего не случается. Он больше не покрывается никакой плесенью. И хранится так может спокойно год, может даже и два. Далее просто происходит процесс такого естественного разложения, и все. И если даже размочить вот такой вот маленький грибочек, он тоже будет больше. Ну, где-то размером с вот этот. Вот такой превратится по размеру в такой. Знаете, сколько здесь по весу? 100 грамм. И теперь в таком виде грибы отправляются на хранение. Вот так вот. Все легко и просто. Вот таким вот образом я заготавливаю аурикулярию уховидную и фламулину бархатистоножковую. Таким образом эти грибы хранятся, и таким образом вы можете ими пользоваться даже после того, как пройдет сезон. А мы все знаем, что это два очень-очень полезных гриба. Но о их пользе я буду рассказывать как-нибудь в другой раз. А на сегодня все.